оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации, в течение суток нанесено поражение 122 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе военной техники в 143 районах. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица». Также уничтожены 3 склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе города Запорожье, населенных пунктов Черенщина и Нескучная Харьковской области.